Итак, наступила осень, наконец-то выдался солнечный денек, и мы с мамой пошли погулять по нашему парку строителей, а также выгулять с Челсиком. Чего ты тут нашла, копаешь? Пошли. Челсун! Охотница наша. Ой, ой, кого-то нашла. Ой, копает. Мышки, что ли, там? Кого ты там нашла? Не надо копать в парке. Челс, пошли гулять. Пошли, где мама? Мама-то уже ушла далеко. Вот как наслаждается солнечным деньком. Пошли в листья, вон, смотри, сколько там насыпало. Челсик! Челсик охотится у нас. Ну, какие клены красные. Листики опавшие. Красиво, да? Солнышко. Да, как в песне. Никого не пощадило эта осень. Даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разлетаются, как гости. Послебало. Песня хорошая. Почему ветер листья уносит? Тоже ничего. Почему разлучила нас осень? Почему нас покинуло лето? Нету ответа. Группа «Эксмиссия», которую мы любили, да, в начале 2000-х. Да, когда-то мы западали по этой группе, а теперь ее нету. Все, ничего уже нет, все изменилось. А помнишь, как мы в Тольятти ходили на «Эксмиссию»? Так, ну да, помню. Ты в первом ряду сидела. Да, в таком белоснежном костюме. Тебя там это, целовали они, обнимали. Было прикольно. А нет, я вместе с ними просто пела. Ой, смотри, прелесть. Да, на солнышке особенно. Все еще зеленое. Ну, что-то желтенькое, что-то зелененькое. Где оно в Тольятти, где начало 2000-х, где «Эксмиссия»? Сейчас... Все на месте. Кроме «Эксмиссии». Спецоперация. Зима чё, на носу. Что будет дальше? Это еще где наши интереснее. Поездки, где наши путешествия? Так вот только вспоминаю. Нету ответа. Чего же мы раньше не снимали? Ну вот теперь снимаем. Вон, чего снимаем? Где? Листья, елочки. Англия-то. Любимая. Челсик! А теперь вражеская. Не, просто это люди, они нормально относятся. Да, конечно. Это правительство. Это что у нас за сигнализация такая? Ну, прям как Лондон. Это, думаешь, это, да, пож... это на пожарку похоже. Да. Куда ты побежала? Ой, куда ты побежала? Деревья, а помнишь, как мы тут летом загорали? Помню. Трава вся скошена. А вот здесь вот прямо под этими двумя березами. Просто тут трава была высокая, а теперь скосили все, видимо. А я все вспоминаю, как мы по паркам ходили. Так вот и сейчас ходим. Да. Сравнила. Ну не то, конечно, но все равно. У нас тоже природа красивая. Как это сказать? Вон елка с шишками, смотри какая. И дым отечества. Нам с вами. А это что такое? Похоже на то. Самодельная такая. Или новогодняя игрушка. Да, кормушка, смотри-ка. Пшено. А то ага. Мы выкинули. Вот надо было с червячками. Да, у нас червячки. А, подожди, птичкам-то как раз червячки. Ну так и я тебе говорила. Надо было, да. Ну я тебе говорила. Скоро сами червяков.
Шишки вон, смотри, какие классные. О, да. Нет, да, я больше люблю елки, сосны, пихты, чем лиственные. Это деревья. Наша природа. Кедр, кипарисы, туи. Челси, что ты там нашла? Опять что-то копает. Хулиганка наша. Хулиганочка наша. Пошли дальше. Где солнца нет? Да, сегодня у нас иней. Первый день. Синий-синий иней. Лег на листочке. Я утром с собакой ходила гулять. Весь асфальт был. Вы нет, так скользко было. Ты... Не навернулась. Ну, не упала, но подскользнулась пару раз. Ага. Осторожней. Уже зимние ботинки. А это вот что за лиственницы? Под ноги смотри. Да, похоже. Только что-то пожелтели. Ну так, они не должны желтеть? Нет, они... Да, они у них опадают. Потому они лиственницы, у них опадают лиственницы. Где собака? Да вон там под елкой копала. Кто-то мангал оставил после лета. Вот, будем скоро приходить сюда и готовить еду. Вот только тут будет очередь. Ну, конечно, не делать, тут нельзя. Церковь в парке строителей у нас такая белоснежная. А это шиповник, наверное? А, нет, это розы все-таки. Такие свежие еще. Челсик. Челсон, побежали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Красоточка наша. Все, охотится. А, кипарисы. Да, красота. Когда есть солнышко, мне всегда хорошо. Я солнечная девочка. Какой виноградик? А, на заборе. Виноград на заборе. Угу. Да как она называется-то? А, храм апостола Петра. Вот так тебя обгавкали. Какой ушастик. Обгавкали тебя, да, Челси? Да, ей все равно. Что, затмение сегодня? Где оно? Солнце вон так в июле шпарит. Челс, ты куда побежала? Челси! Вообще... Не слушается. Да, затмение сегодня было, по касательной поверху прошло. Я вообще не могла его снять. В очках видно, а в камеру нет. Пришлось очки к камере подставить. И кое-как сняла. Класс, да? Челси! Ух ты, какой листочек у мамки. Насобирала. Этот желтый, одинокий, всем бросается под ноги. После бала ищет части после бала. Ищет части что? А, после бала. У тебя все после бала. А Челс! С той песни. Это что такое? Ты куда убежала? Вообще даже не реагирует. О, конечно. Искать мышек всяких. Ну-ка, стой. Бессовестная. Это что такое? Ты почему не слушаешься? Ай-яй-яй. Плохая девчонка. Иди на поводок. Без толку. Без толку. Все, на поводок. Вот так. Непослушная собака. Ой, там что-то с автобусом.
Стой, куча скорых. Вот они что трезвонили-то. Так хотелось погулять, отвлечься от всего. Так и тут происшествие. Ну, что-то с автобусом это случилось. Что, три скорые. Ну, может, они просто в раз приехали. А, вон, перекрестки. Мне кажется, с водителем, может, плохо стало. Да ну что ж, три скорые к одному человеку. Ну, все может быть. Ну, просто в раз приехали все, и все. Вон, смотри, я на носилках возьму. Бедный. Женщине плохо стало. Ну, в общем, ну что, узнала, что там? На переходе сбили женщину. Она якобы переходила на красный, пожилая. Автобус 12-й вот этот. Хотел ее как бы объехать. Ну, я так сумел. И подумала. Да. И сразу три скорые ну, видимо, вызвали. Сразу вон четвертая еще едет. Которые ближе всего были. Вот все-таки скорые у нас работают классно. Ну, тут Александровская больница недалеко. Сказали там, кто ближе, подъезжайте. Сразу три подъехали скорых. Ну, не вот сильно? Четвертая. Ну, жива? Говорит, жива, но неизвестно, что дальше. Ну, шибанул, наверное, все-таки раз обходил. Как развернул автобус. Ага. Он хотел объехать, пытался. Ну, раз обходил, значит, уже удар, ну, как бы, послабее. Да, в любой момент все, что угодно может произойти. Ой, мам, пожилые люди всегда могут задуматься, потеряться в фокусе и так далее. Ну, ладно. Пусть она выздоравливает. Смотри, как деревья прямо на свету переливаются. Еще пока, да. Еще вот осень, вот реальная такая, натуральная. Листья падают, так красиво. Во Франции он сегодня плюс 20. Мы все ждем, когда они замерзнут. А у нас плюс 5. Это там, да, утром было вообще 0. 0, да. Это самое. А в Москве, говорят, сегодня минус 2 было утром. Не люблю я, когда наши злорадствуют. Как бы там ни было, страдает простой народ. Да, главное, что это все политика, подождите, политика. Подождите, зима придет. Прям а страдает народ. А народ все хорошие, что в Англии, не что не во все, Франции. Не все, не все. Ну, в основном, в своей общей массе. Помни, ты жила. Тебе хоть раз было плохое отношение? Было. Один раз на меня напал какой-то. Ну, один раз за 8,5 лет. Это не считается. Но мне не было страшно, кстати. Он там на меня нападал, а я да как-то ты... как привычное дело, да ну нормально, что? Да. Пусть бы попробовал. Я еще и думала, я просто у меня не было тогда языка, чтобы ему что-то ответить. Я просто молчала. Но я абсолютно не испугалась. А люди ко мне все подскочили, наверное, человек 10. Он вас обижает, вы в порядке. Да вы привычные. А я сижу, я думаю, а что это они ко мне лезут все? Чего они хотят мне помочь, что ли? Я прямо испугалась даже их реакции. Да, собаки мои на него гавкали. Ну, я уже рассказывала. Собаки мои на него, на его собак гавкали. И он мне постоянно: заткни своих собак. А чем больше он орёт, тем больше они гавкают. А я их удержать не могу, потому что они же не на поводке. Троих собрать по всему полю не могла, вот и это. То есть тут и твои собаки еще. Да, да, я их просто держала, двоих, которые самые такие активные, гавкающие. Кто? Кока и Пеппа. А пенатка, когда она одна, если ее не держит, она боится. Она такая хитрая. Да, хитрая. Ну, как наша. Но самое интересное, что люди подскочили. Кто-то на работу шел, это утром было. Кто-то чего-то куда-то говорит, давай я тебе свои контакты оставлю в полиции. Если чего, пусть они звонят. В общем, полицию вызвали. Ну, люди так было прикольно. Люди хорошие, да. Я вот, например, да, что не возьми, тысяч случаев. Я, например, наклонилась, шнурок у меня развязался на кроссовке. Только наклонилась завязать, присела. Ко мне женщина, идущая на встречу, бегом подбегает, говорит, it's okay, it's okay. Нет, you, как там? You. Are you okay? Are you okay? Yeah. It's okay. Она что-то еще сказала, но я же английский не знаю. Ага. Ну, типа, все, ну ладно. Ага. И показываю, что вот я завязана. А, ну, нормально. Ага. И пошла дальше. И так, такие случаи. А как меня это вот по Стратфорду гуляю, особенно почему-то там. И особенно почему-то чернокожие. Hello, ma'am, hello, ma'am. Все со мной здороваются. Я думаю, что они со мной здороваются? Они меня знают, что ли? Может, я на кого похожа? Почему они здороваются со мной? И так это улыбаются. Думаю, может, я на королеву. Королевишна наша. Потом я просто поняла, что там как Стратфорд, это чуть ли не окраина, хоть и не окраина. Ну, как в деревне, все друг с другом здороваются. Вот и все.